остался, никто не умрет. Очень надеемся на это. Значит, эта идея этого турнира, Кубок ТТП, принадлежит замечательному человеку Инне Морозовой, которая занимается фирмой ТТП в Санкт-Петербурге. Это ее идея, она на меня, на эту идею как бы вот спровоцировала. В итоге что получилось? 44 ребенка уже отыграла, вот под 60 с лишним человек возрастно здесь стоит. Поэтому разрешите в самом начале сразу поблагодарить Инну от всей души, потому что действительно, если бы не она, хочется и на память подарить сувенирное издание нашего знаменитого на двух языках эпоса Калевала и города Петрозаводска маленький.